Какой быть России? Мировая русская держава или государство-нация россиян? Это один из главных вопросов, стоящих сейчас перед Россией. Дело в том, что за последние 20 лет полным провалом обернулась попытка создать какую-то нацию россиян, объединенных принадлежностью к государству под названием Российская Федерация. В то же самое время определенные круги выдвинули в качестве якобы главной проблемы для России высосанную из пальца тему русского фашизма. С другой стороны, в ответ на эту провокацию поднялась волна русского этнонационализма. И то, и другое, по сути, представляет собой отрицание, разрушение базовых характеристик идентичности русского народа. Народа, веками строившего великую мировую державу. Эта проблема, ключевая для российской государственности в третьем тысячелетии, будет обсуждаться на следующей проектной сессии, которая состоится 5 мая.